Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Многие люди время от времени жалуются на жизнь в интернете. С одной стороны, авторы таких постов иногда получают поддержку от пользователей, а с другой могут сталкиваться с оскорблениями от тех, кого раздражают чужие страдания в ленте. Для этого явления уже придумали термин «сетфишинг». А исследователи, успевшие его изучить, предупреждают, стремление публиковать в соцсетях истории о жизненных трудностях и жаловаться может угрожать психическому здоровью. Что такое сетфишинг и почему психологи называют этот тренд токсичным? Будем разбираться. Сетфишинг – это преувеличенные заявления о серьезных личных проблемах, которые люди делают в соцсетях, чтобы вызвать сочувствие. Термин, образованный от слов «сет» – «грустный» и «фишинг» – «рыбалка», ввела в употребление британская писательница Ребекка Рид в 2019 году в своей статье для газеты «Метро». В этом материале Рид обвинила селебрити в том, что они используют грустные истории, вызывающие сочувствие, чтобы зарабатывать на этом и привлекать новых подписчиков. В пример она привела публикации модели Кендалл Дженнер. Она пообещала подписчикам, что расскажет очень откровенную историю. Пользователи предполагали, что Дженнер совершит каминг-аут, выйдет из шкафа, что называется. Оказалось, что на самом деле она планировала рассказать о своей изнурительной борьбе с прыщами. А вся история оказалась всего лишь рекламной интеграцией косметического бренда, продающего средства по уходу за кожей. Именно такое поведение, то есть стремление использовать эмоциональные проблемы, чтобы привлечь внимание аудитории, Рита и назвала сетфишингом. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы показывать настоящие эмоции и говорить о проблемах. Проблема заключается в том, какое намерение стоит за этими сообщениями. В случае с Кендалл Дженнер это были прыщи, но давайте будем реалистами. Кендалл Дженнер огорчила нас, написала Рид. По ее словам, инфлюенсеры используют сетфишинг, чтобы повышать свои доходы. Грустные истории активно распространяются по интернету и привлекают много новых подписчиков. Конечно, у вас есть полное право выражать свою грусть, но есть разница между тем, чтобы поделиться искренним страданием, и тем, чтобы поделиться глянцевой, тщательно отфильтрованной версией печали. Последняя является тревожной новой тенденцией, в которую слишком легко впасть. Вот еще одна цитата Ребекки Рид. «Если я опубликую ухмыляющиеся селфи и расскажу о том, как я счастлива, я получу лишь несколько лайков и пару комментариев. Но если я опубликую что-нибудь красивое, где я плачу и говорю о том, какая я бедная и несчастная, интернет раскроет мне свои объятия». Вывод. Грусть делает людей популярными. Грусть привлекает внимание. Интернет любит вас, когда вы грустите, уверена писательница. Еще одна знаменитость, которую обвинили в сетфишинге, стал Джастин Бибер. Черты этого явления обнаружили в инстаграм-постах, посвященных проблемам музыканта с ментальным здоровьем. Цитируем. «Трудно вставать с кровати утром, когда перегружен своей жизнью, своим прошлым, работой, обязанностями, эмоциями, семьей, финансами, отношениями, когда кажется, что неприятности следуют одна за другой». Начинаешь предвидеть предстоящий день через призму страха и предвкушаешь еще один плохой день. Цикличное чувство разочарования за разочарованием. Иногда даже кажется, что больше не хочется жить и что все это никогда не закончится. В публикации Бибер также признался, что злоупотреблял алкоголем и испытывал трудности в отношениях с женщинами. Многие пользователи раскритиковали Бибера за намеренное преувеличение своих проблем, а эксперты окрестили новый тренд токсичным. Он может навредить психическому здоровью детей и подростков, которые ищут поддержки в соцсетях. На фоне истории о том, как знаменитости злоупотребляют сетфишингом, молодых людей, которые искренне хотели поделиться проблемами, могут оскорблять в сети, обвиняя в намеренном поиске сочувствия и внимания. Это делает подростков, которые хотят найти помощь, уязвимыми, следует из доклада о цифровом благополучии подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Один 12-летний подросток, чье имя не приводится, рассказал, что однажды решил поделиться в соцсетях своими переживаниями, связанными проблемами в семье, но столкнулся с обвинениями в сетфишинге. Я получил много комментариев и лайков под своим постом, но на следующий день в школе некоторые сказали мне, что я просто занимался сетфишингом, чтобы привлечь себе внимание. Поделившись своими чувствами в интернете, я получил некоторую поддержку, но в чем-то почувствовал себя еще хуже, признался парень.
Специалисты пришли к выводу, что молодые люди, которые испытывают подлинные эмоциональные переживания, но вместо сочувствия нарываются на критику, рискуют получить психологическую травму и лишь усугубить свое состояние. Кроме того, их уязвимостью могут воспользоваться грумеры или хищники. Вот конкретный пример. Молодая девушка рассказала, что у нее завязались тесные романтические онлайн-отношения с человеком, с которым она познакомилась в соцсетях после того, как поделилась переживаниями из-за своей депрессии. Мужчина поделился аналогичным опытом и установил доверительные отношения с девушкой. Она разорвала отношения с грумером только после того, как он начал требовать от нее эротических снимков. Она выяснила, что ее онлайн-знакомый намного старше нее. Родителям сейчас как никогда важно быть заинтересованными и вовлеченными в цифровую жизнь своих детей. Невозможность отличить сетфишинг от постов о настоящих переживаниях – это серьезная проблема, говорят эксперты. Трудно понять, читая чужие посты, насколько искренними были их авторы. С этим согласна клинический психолог Child Mind Institute в Нью-Йорке Линдси Гиллер. По ее словам, определить, использует ли человек сетфишинг или действительно находится в кризисе, иногда очень затруднительно. Она объясняет это тем, что в интернете для этого не хватает контекста. Но Гиллер предупреждает, если кто-то использует в своих постах формулировки вроде «мне больше не для чего жить» или «людям будет лучше без меня», к этому стоит отнестись очень серьезно. Разговоры о самоубийстве может быть мольбой о помощи. Если своей печалью поделился человек, который обычно не публикует такой контент, скорее всего, ему действительно нужна профессиональная помощь. Психологи уверены, что люди, придумывающие проблемы ради внимания, должны знать, что их действия могут навредить другим. Грустные посты о серьезных заболеваниях или других проблемах могут вызвать стресс и беспокойство у читателей. Именно негативные чувства, которые вызывают у некоторых подобные публикации, могут стать причиной агрессии в отношении авторов публикаций. Такая реакция может быть связана с тем, что для них такие публикации могут быть триггерами их собственных переживаний. Респонденты заполнили специальные анкеты, а затем поделились на две группы – склонных к сетфишингу и несклонных к нему. В результате исследователи пришли к выводу, что чаще всего жалобам в сети подвержены люди с тревожным типом привязанности. При этом люди, склонные к сетфишингу, на самом деле не испытывают дефицитов поддержки. Это значит, что пользователи, намеренно преувеличивающие свои проблемы, на самом деле просто хотят привлечь внимание и установить новые социальные связи. Фактически они используют сетфишинг для манипулирования другими людьми. Люди, которые публикуют грустные истории, могут иметь ряд расстройств психики. В отдельных случаях сетфишинг может сопровождать такие состояния, как, например, депрессия или биполярное расстройство. Но здесь нужно быть осторожным. Сам по себе сетфишинг не является симптомом. Тем не менее, специалисты сошлись во мнении, что чаще всего сетфишингом занимаются блогеры и знаменитости, которые хотят таким образом увеличить аудиторию. Печальные посты становятся трендом. Новой искренности позволяют собрать тех подписчиков, которым другой контент не заходит, как говорится. Если раньше социальные сети пестрели красивыми кадрами, яркими событиями, то сейчас все меняется, и в моду возвращается открытость и эмпатия. Поэтому рассказы от первого лица о проблемах, тем более если говорить о популярных блогерах, будут восприниматься читателями с сопереживанием. Благодаря этому сформируется мнение, что знаменитость – такой же простой человек, как и все. Если же сетфишингом увлекся подросток, то у него, вероятно, есть сложности с тем, чтобы получить поддержку другим способом. Важно начать разговаривать, попросите ребенка поделиться тем, что у него на душе. Это может получиться не с первого раза. Процесс выстраивания доверия длительный. При этом нужно оставаться терпеливым, с уважением относиться к чувствам и опыту ребенка, советуют эксперты. Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго. We'll be right back.